мы находимся на съемках фильма. Возможно, эти кадры войдут в очередное кинотворение известного режиссера Тимура Бекмамбетова. Стать участником творческого процесса удалось Ильназу Салахову, нижнекамскому вожатому. Проходило все это как на театре Камала. Там ужасно очень много людей было. То, что не только вожатые, там и проводники, и обычные люди просто там просто стояли. Пели песни, как говорится, был большой концерт, приезжали звезды. Большой флешмоб принес ребятам массу незабываемых эмоций. Впрочем, как и весь фестиваль, ради которого Ильназ в составе нижнекамского педагогического отряда «Ритм» приехал в Казань. Делились опытом, мнениями, рассказывали, кто как провел это лето и как найти подход к современным детям. Дети идут непростые, избалованные даже, грубо говоря. То, что с телефонами не расстаются, всегда в интернете сидят. Ну, тяжело, конечно, с ними работать, то, что у них одно на уме – телефоны, еще там всякие онлайн-игры. Ну, ничего, старались, работали, развлекали, как могли, как говорится. Лучшие вожатые со всех уголков республики организовали квест для детей, проходящих лечение в детской клинической больнице. Провели вечерние свечки, вожатские концерты, спевки и многое другое. Разъехались юные педагоги по своим городам с положительным настроем на покорение новых вершин в педагогической работе и с сожалением, что все так быстро закончилось. Но отголоски фестиваля, возможно, еще прозвучат в конце декабря, когда в прокат выйдет новый фильм Тимура Бекмамбетова «Самый лучший день». День заходил вчера. Яна Чупахина, Ренат Харазов, новости НТР.